Друзья, всем привет, с вами Снавайс, добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это среднебюджетный смартфон от компании Vivo, Vivo Y21. По дизайну мне телефончик действительно очень понравился, он очень тонкий, очень изящный, в толщину порядка 8 мм. Действительно очень неплохо выполнен дизайн тыльной стороны, хотя это и зеркальная глянцевая поверхность, которая похожа на стеклянную, но это стеклом не является, естественно, это все пластик, так же как и окантовка по периметру идет пластиковая. Тем не менее, дизайн смотрится очень неплохо, как для телефона за 12-13 тысяч рублей. Модуль камеры у нас здесь напоминает о более дорогих телефончиках от Vivo. Тот же Vivo V20, V21. И данный телефончик действительно обладает неплохой фотовозможностью, несмотря на то, что основной объектив здесь всего лишь на 13 мегапикселей. Несмотря на изящность, здесь у нас аккумулятор 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Pump Express 18 Вт, и аккумулятор заряжается примерно за 1 час 40 минут. Имеется модуль NFC, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, ну и Bluetooth 5 версии, так что здесь полный порядок. Версия у меня 4.64, а вот процессор здесь довольно грустный, всего лишь Helio P35. И это на самом деле камень преткновения, который, ну, многих отвадит от данного телефончика. Потому что, получая довольно неплохой по дизайну телефон с неплохими коммуникационными возможностями, мы хотели бы видеть здесь, ну, хотя бы G80 или G85, ну, либо же Snapdragon 660. Но нет, здесь, к сожалению, старенький и дохленький P35, который абсолютно точно не подойдет тем, кто предпочитает в телефонах, ну, хоть какую маломальскую игровую мощь. Если же вы в игрушки абсолютно не играете и вам нужен просто помощник на каждый день, обычный телефон, обычная звонилка, которая, тем не менее, сможет запускать различные социальные сети, мессенджеры и так далее, то, в принципе, данный телефончик, наверное, вам подойдет. Все это дело работает у нас на базе 11 Android, приправленная оболочкой ColorOS. И она действительно очень неплохая. Ее можно неплохо так себе кастомизировать под себя, поменять значки, здесь темы и так далее. И действительно, эта оболочка очень неплохо оптимизирована и даже на недорогих и бюджетных устройствах работает очень хорошо. Также нравится, как работает здесь сканер отпечатка пальца, который интегрирован в кнопку включения. Это вообще эталон, как работают сканеры в телефончиках Vivo, Oppo и Realme. И я каждый раз ставлю эти телефоны в пример. Даже в бюджетных устройствах сканеры здесь настроены что надо и разблокируют экран буквально молниеносно. Что касается времени работы, 5000 мАч аккумулятор и легко телефончик живет до 2 дней, так как процессор здесь не самый навороченный и в игрушки вы играться вряд ли будете. И за это время вы будете использовать порядка 7,5-8,5 часов экранного времени. Я использовал телефончик примерно на 70% яркости, а максимальной яркости уже, ну, слишком много для использования в помещении. Это прям видно на камеру, насколько пересвет идет. Ну а на улице, даже если яркий и солнечный день, вам яркости хватит с запасом. Что касается связи, то здесь никаких нареканий нету. Использовал симку Ростелеком, использовал телефончик как второй мобильник и в качестве такого телефона для мессенджеров в течение недели пользовался им. Никаких нареканий у меня по связи не было. Там, где телефончику положено было ловить 4G, там он его и ловил. Меня слышно было прекрасно, ну и плюс ко всему микрофон здесь очень неплохой. Несколько раз собеседники отмечали, что меня слышно кристально чисто. Так что по связи здесь твердая пятерка. Опять же, наличествует модуль NFC, что приятно, так что я без проблем расплачивался телефоном во всех магазинах. Что касается результатов тестов, давайте посмотрим. Так,
так как здесь у нас довольно мало мощный Helio P35 от МТК, то и циферки, которые мы получаем в Antutu, довольно средние, 114 тысяч попугайчиков. Да, данный результат говорит нам о том, что это маломощное устройство, которое для игр совершенно не рассчитано. Хотя я знаю, что многие на подобных телефонах умудряются играть и в Call of Duty, и в PUBG. Уж поверьте мне, большого удовольствия вы не получите. Все-таки нужно искать чуть более мощные устройства на том же G80 или G85. Ну а в идеале, конечно, какой-нибудь G95, если вы хотите полностью раскрыть потенциал телефона в качестве игровой системы. Внутренний накопитель здесь на 64 гига, и это скромная eMMC-шка, хотя с неплохими показателями по скорости записи и чтения. 167 мегабайт мы получили на запись и порядка 300 на чтение, что для eMMC-шки вполне себе годный результат. Модуль Wi-Fi здесь двухдиапазонный, это действительно очень здорово. Провайдер выдает мне 300 мегабит, которые я на скачку и на загрузку получаю в полном объеме. Здесь каких-то нареканий нет. Ну и всегда тестируем модуль GPS, для меня это действительно важно, так как телефон для меня это и навигатор в том числе. Здесь тоже никаких нареканий не было. Высокая точность 3 метра, очень быстро поймал телефончик спутники и, собственно говоря, каких-то вопросов при использовании телефона в качестве навигатора у меня не возникало. Опять же, экран довольно большой, 6,5 дюймов, с него приятно считывать информацию. Так что данный телефон в качестве навигатора может легко быть использован. Что касается динамика, стерео здесь нам, к сожалению, не завезли, ну а сам динамик не могу сказать, что прям-таки безумно громкий. Давайте добавим громкости и послушаем. Громкости вполне себе хватает, но я могу сказать, что слышал и гораздо более громкие динамики в подобных телефончиках. Ну а вообще, конечно, обидно, что сейчас с засилием даже недорогих телефонов со стереодинамиками телефончики, которые стоят 13-14 тысяч рублей, абсолютно все поголовно не обладают подобными стереодинамиками. Мне кажется, это не настолько дорогая штука, но она действительно очень сильно улучшает качество звучания телефона. Так что действительно обидно, что здесь всего лишь монодинамик. Что касается камеры, как уже сказал, здесь довольно скромный модуль без всяких маркетинговых 48 или 64 мегапикселей. Это стандартный модуль на 13 мегапикселей. Но тем не менее, он позволяет делать довольно неплохие снимки. Не только на улице, но и в помещении. Главное, чтобы было достаточно света. Но уж на улице действительно при желании и при хорошей погоде можно сделать вполне себе годные снимки, которые будут и приятны по детализации и по цветопередаче. Но вот видеозапись здесь не на высоте. К сожалению, нету стабилизации даже электронной. Да, записывать мы можем в формате Full HD 30 кадров в секунду, что на фронтальную, что на основную камеру, но, к сожалению, при ходьбе все движения отдаются на экране смартфона. В общем, давайте посмотрим, например, фото и видео, и вы все сами для себя решите.
видеозапись ведется в формате 1080p, либо 720p, 30 кадров в секунду. Никаких тебе 60 кадров, естественно, никаких тебе 4К. Стабилизации нету, приходится идти очень аккуратно, чтобы тряска не отдавалась на экране. Но если снимать статично, то получается вполне себе годные кадры. Довольно яркая и сочная картинка, довольно детализированная. В общем, для недорогого телефона качество видеозаписи на вполне себе неплохом уровне. На фронтальную камеру мы также можем снимать либо 1080, либо 720p, 30 кадров в секунду. Я на переднем плане полностью проработан, полностью детализирован, цвет передач хорошая. Задний план немножко белесый, немножко выцвевший, но это стандартная ситуация с недорогими камерами, когда задний план у нас проработан гораздо хуже, чем передний. К сожалению, нету стабилизации, поэтому, когда мы записываем видео и идем, каждый шаг отдается ударом на экране смартфона, поэтому лучше снимать в статичном режиме. Вот такой вот он Vivo Y21, довольно неплохой среднебюджетный телефон по цене примерно 13-14 тысяч рублей в зависимости от магазина. Стоит ли он вашего внимания? Ну а почему бы и нет? Это довольно тонкое, изящное и легкое устройство, которое по дизайну, ну, смотрится дороже, чем стоит. Действительно очень неплохой дизайн. Очень неплохие фотовозможности у данного телефона, хотя модуль камеры здесь вполне себе традиционный. Да, железо не самое мощное, но не всем нужно, чтобы был и какой-то вот игровой смартфон. Многим этого будет вполне себе достаточно. Ну а то, что здесь есть модуль NFC, это для многих действительно будет являться весомым плюсом при выборе смартфона. Данный телефончик мне понравился, ну а покупать его или нет, решать, конечно же, только вам. На сим обзор я буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться, с вами был Айс. Всем пока!